Ворона отличную атаку организовать, однако не получается, не приводит к успеху. Попытка Витенко атакует. Хороший перевод центра, отличный выказывает снова Рабыка. Ищет продолжение Юрий, смещается в центр. Посмотрите, как техничен капитан. Удар продолжение Юрий. Ну, увидели мы, насколько техничен Юрий. Хороший проход, можно прострел делать. Есть прострел и потеря. Это очень опасно. Выход 3-2 на левый перевод. Игроки Витена. Хороший удар по Хороший заброс и удар. Ух ты, какая обуза. Это рано об этом судить еще. Здесь довольно дисциплинированные игроки. Борисова 900 обороняются. Удар по вапу. Все, продолжения нет. Но сам пытается решить технично. И бить нужно даже. Отлично. Удар по вапу. Налево. Шутка так и влево. Рабыка. Удар. Да нет, нет удара. Еще по вапу. Респондент не ясно. Вот это и снимали рекорд. Даже не ясно. Зал развивается в республике просто семимильными шагами, и это будет очередной толчок. Хорошая атака в исполнении Пева. Алексей Петров пытался сбегание сделать. Петров. Хорошая передача, удар по воротам. Вот Павел Рогоин налево, и Юрий Рабыка мяч потерял. Боролся Артем Зеленок. И хорошая атака от Борисова, удар по воротам. Нет, больше. Около того, во всяком случае, это можно в открыт. Вот чуть раньше нужно было это делать, и чревато вот такие задержки. Удар подзадержались все-таки с атакой. Контратака Витена, и будет ли гол? Рось. Пас в центр, мяч в плечом Артем Зуенок. Пытался налево передачу организовать, не получилось. Витен в атаке, удар по перерыв. Артем Рось мячом. Сбивают Рося, однако здесь только арбитры молчат. Не хотят арбитры 6-го шоу. Номер 8, Артем Ютов, номер 9. Руслан Лазюк под номером 10. Максим Евдокимов, номер 11. Мини-футбол в целом. Ну что ж, игроки Витена Обшанского в атаке. Попытка удара по воротам. Ну и мяч ищет Данилейко. Продолжение. Начинают движение игроки Борисова. Под удар мощно. Между прочим, получается у них Луковского и Данилейко. Вот направо. Через центр пытаются свое атаку организовать. Ну, футболисты Витена. Однако мяч потерян. Налево удар по воротам. Вот сразу же Дудов включает. Евгений смысле мяч. Вот атака от Витена. Будет ли взять ворот? Хороший удар, и здорово действует в воротах Дмитрий Кузя, Борисов 900. Еще удар, и вот это деле. И вот налево, направо сразу же пас от игроков Борисова 900. Ну что же, борисовчане придумали удар по ворот. Вот Борисова 900, и арбитру говорит, что нет, ну, мяч ушел, ну, кто знает. Удар по воротам, брось. Вскрывается. Центр налево, и нужно бить. Ай-яй-яй. Борисова 900. Будет ли удар? Есть удар и мяч. Ну, отлично действуют игроки Борисова 900. Хорошая передача. Ух, отличный момент. Можно бить удар по вороту. Снова Витен с мячом. Вперед направо, Рось. Вперед и выход 1-1. Удар по воротам. После 8 игр, 2 победы, 6 поражений. Сбегает вперед. Я думаю, что... Ну, вот так. 5-го полевого решили игроки Витена реализовать и показать, как же они в этом компоненте себя вводят в игру уже Дмитрий Кузин. И снова Петров. Налево перевод Рабыка. Мяч в ворот. Ищет продолжение Рось. Аккуратен. Хорошая передача на Петрова. Петров мяч убирает. Отличный пас. И будет ли удар? Есть удар. И в очередной раз. Тут уже он
нас Евгений из мысли с мячом находится. Борисов,